Этот видеоклип покажет вам, как поменять батарейку на MicroLite. Внутренняя литиевая батарейка находится под съемной пластиковой крышкой на задней панели датчика. Возьмите плоскую отвертку и вставьте в пластиковый надрез на крышке и открутите ее, чтобы вынуть батарейку. Выбросьте старую батарейку и замените ее новой. Для закручивания крышки убедитесь, что насечка на крышке на одном уровне с похожей левой насечкой на датчике, и уплотнительное кольцо остается внутри и не мешает. Только тогда можно закручивать крышку. Готово! Спасибо за просмотр, мы надеемся, что это видео вам помогло.